Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Matrix On, который находится у нас на предстарте. И в этом видео я буду пополнять кабинет. Значит, друзья, прежде чем регистрироваться, перейдя по ссылочке в описании под видео, прочитайте всю информацию, пожалуйста. Посмотрите видео. Я это видео себе залила на YouTube. Можно посмотреть, зайти ко мне и просмотреть. Значит, изучите маркетинг. Здесь все подробно расписано. Не каждому и подойдет проект. Без фанатизма регистрируемся. Кликаем, заходим в чат Telegram. Matrix On. Есть чат Telegram. Также ВКонтакте есть группа. Пожалуйста, изучите маркетинг. Это матричный проект. Кто-то любит такие проекты, кто-то не любит. Каждому свое. Как говорится, дело хозяйское. Правильно? Далее я перейду в кабинет. Значит, здесь также инструкция, это все можно изучить, все кликабельно. Перво-наперво идем в настройки. Я прописала свою страничку ВКонтакте. Нажала сохранить. Установила аватарку. Далее я прописала Pair кошелек. Будьте внимательны, если вы пропишите неправильно Pair кошелек, то нужно обращаться уже к администратору. Также с электронной почтой. Вот моя почта. Ну и сменить пароль при необходимости. Далее что? Здесь вкладочка «Пополнить», «Вывести». Пополнить баланс. Вывести баланс. Вывод, естественно, у нас будет доступен после старта. Кликаем «Пополнить». Минимальный вход сюда от 50 рублей. Я пока зайду на 50 рублей. До старта еще есть время, и там уже будет видно. Буду я еще как бы заходить. Ну а пока что я закину, чтобы быть спокойной. А так как во время старта начнешь нервничать, это я знаю по себе. Вот. Ну что, давайте Pair. Пополнить. Далее опять пополнить. Перебрасывать на Pair. Убираю рубли. Комиссия небольшая, как всегда. Перекидывать. Угу. Далее. Идем на почту. Код у нас надо вставить. Почему-то. Хотя я заранее открыла кошелек. Войти. Входим. Как видите, все в режиме онлайн. Подтвердить. Окей. И сейчас должна перебросить в кабинет. Ваш баланс успешно пополнить. Перейти в аккаунт. Так, заработано, выплачено рефералов. И пока как бы тут ничего нет. Значит, пополнить вкладочку обратно. Баннеры, настройки, вход. Что здесь? Давайте-ка я перезагружу страничку. Ну, пока у меня все по нулям. Так. Покупка станет доступна. Ничего нет. 13.04, 12.00 по Москве. Вот так. Главное. У меня баланс не отображается здесь. Ладно, секундочку. Вот здесь, друзья, смотрите, вот вверху баланс 50 рублей.
то, что я пополнилась. Видите, тоже невнимательно вот начала смотреть. Страничку обновила. Так как у меня сразу взгляд курсируется вот здесь, да, что вот заработано, выплачено, вот как бы. А он вот вверху. И вот здесь заработано тоже как-то все. А сюда не обратила даже внимания. Ну все, друзья, я пополнилась. В настройках я вам все объяснила, как что делать. Пропишите, пожалуйста, свой ВКонтакт, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. Ну и в день старта будем нажимать кнопку. Вот, так как сейчас уже неактивно, видите. Только в 12:00 по московскому времени. Ну, в принципе, на этом все. И здесь тоже, кстати, написано, куда уходят деньги. Видите? Ваш спонсор, тот, от кого вы узнали о нашем проекте, получает 15 рублей от суммы. Еще по 5 уходит в качестве заполнения структуры каждому на 3 уровня выше вас. Тем самым зарабатывает каждый участник данной системы. Данный уровень при одних только переливах поможет вам окупиться в 3 раза. Ну, я считаю, неплохо. Там посмотрю уже по обстоятельствам, заходить ли мне на второй уровень. Еще, знаете, до 13 числа время ого-го. И посмотрим. Надо еще... Может быть, закину еще 250. Посмотрим, спешить некуда. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!